Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер Серега Резников. Был я только что в магазине «Седьмой континент» 14 января 2017 года в 13 часов ровно. Так, что же я там сегодня купил? Купил я там сегодня в «Седьмом континенте», ребята, морковь. Вот такая, смотрите, морковь отечественная, Россия. Я купил 1 килограмм 54 грамма. Цена за 1 килограмм составляет 15 рублей 90 копеечек. У меня здесь на 16 рублей 76 копеечек. Посмотрите, какая морковь, ребята. Не знаю, хорошая или нехорошая. Своя, конечно, лучше в деревне. Вон, посмотрите, видите, ребята. Всю я ее вынимать не буду, потому что испачкаюсь. Так, вот такая вот морковь. И капусту я купил сегодня. Капуста белокочанная. Тоже написано «Россия». Так, здесь у меня 2 килограмма 118 граммов. Цена за 1 килограмм составляет 14 рублей 90 копеечек. Вот этот вот кочанок потянул на 31 рубль 56 копеечек. Ну вот такие у меня сегодня были скромные покупочки в магазине «Седьмой континент». Сегодня 14 января, суббота, 2017 год. На улице пасмурно, сильный ветер и, как всегда, очень холодно. И несмотря на это все, я все равно еду за покупочками в гипермаркет «Ашан». И беру я сегодня с собой на покупочки 1000 рублей. Вот, посмотрите, пожалуйста, ребята. Вот. Могу, конечно, больше взять, но я думаю, что мне 1000 этой хватит. Так что, ребята, не забывайте подписываться на мой канал. Будет очень много интересного видео. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых и скорых встреч. Увидимся в видеообзоре. Все. Пока, пока, пока. Ребята, купил я сегодня в Ашане вот такую замечательную рыбу. Называется салака холодного копчения. Вот, посмотрите, пожалуйста. Я даже не поленюсь, а вам ее сейчас покажу. Открою пакет, разорву, для того, чтобы вам показать, что за рыба. Ой, уже руки даже испачкал. Вот такая вот рыба, смотрите. Видите, я рву даже пакет. Такой типа для вас я устрою краш-тест. Вон, посмотрите. Ой, а запах вообще обалденный. Жалко, что камера не передает запахи. Вон, посмотрите, какая рыба, ребята. Обалденный, видите? А запах вообще просто обалденный. Вот, посмотрите, пожалуйста. Я вам даже все руки испачкал, ну, для того, чтобы вам показать. А видите, какая салака? Обалденно. Я специально попросил продавца, чтобы он мне взвесил покрупнее, такую большую, жирную, крупную. Вот. Там еще селедка была холодного копчения, но она была это рублей на 15, на 20 подешевле. Я вот решил купить, именно взять салаку. Вот. Видите, две штучки я купил. Ай-яй-яй-яй-яй, как бы не испачкаться. Ой. И вот такие
Я сегодня блинчики, ребята, купил от фирмы «Каждый день» с мясом. Там, правда, каких только не было. И с абрикосовым вареньем, и с персиком, и со сгущенкой. Каких только не было. Все и не перечислишь. Но я посчитал и купил вот именно с мясом. Попробую. Так, вот посмотрите, пожалуйста. Купил я, ребята, две упаковочки. В этой упаковочке 6 штучек. Упаковка 420 граммов. Я купил две упаковки. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот такие вот блинчики. Там же в Ашане я сегодня купил снова 3 батона нарезных высшего сорта. В этом батоне 400 граммов. Сделали его сегодня, видите, 14 января 2017 года. Я купил 3 батона. Вот видите, раз батон, вот 2 батона и вот 3 батона. Снова купил вот такую я замечательную нашу любимую ветчину. Называется ветчина из курицы. В этом батончике 400 граммов. Она еще бывает из окорока и из индейки. Но нам почему-то нравится больше из курицы. Я выбрал свежую, нашел там, а то у них уже на некоторых батончиках были эти сроки годности, как будто затерты, не знаю. Но вот я откопал там это самое, нашел свежую. Купил я 3 батона. Вот, посмотрите, раз батон, 2 батона и вот 3 батона. Купил я себе сегодня от каждого дня фирмы носки мужские черные. Две пары взял. 29 размера. Он идет на 43, на 44. Вот, две пары купил. Я все время покупаю эти носки, очень хорошие, очень качественные. И где-то на месяц их хватает еще как. Очень долго носится. И стираются очень удобно и хорошо. Ручная стирка. Делают эти носки, вот, пожалуйста, посмотрите где. Тульская область, Тула. Две пары взял, ребят. Кефир снова купил каждый день. 3,2% жирности. Здесь 1 литр. Купил я 3 пакета.
Вот, посмотрите, пожалуйста. Раз пакет, два пакета. И вот три пакета я купил сегодня. Вот, видите, ребят, три пакета. Ну а на этом все. Давайте теперь смотреть по порядочку, сколько чего стоит. Так, салака, значит, холодного копчения. Цена за 1 килограмм составляет 242 рубля 10 копеечек. У меня 632 грамма на 153 рубля 1 копеечка. Вот, вот такая вот замечательная рыбка. Называется салак. Ой, а запах вообще обалденный. Убираем ее в сторону. Так, блинчики с мясом каждый день. Я купил 2 упаковки. В упаковке 6 штук, 420 граммов. Цена за одну упаковку составляет вот таких замечательных блинчиков 34 рубля 23 копеечки. Вот, 2 штучки купил. Вот, раз. И вот, 2. Так, убираем их в пакетик. Так, вот, убрали в пакетик. Так, с блинчиками разобрались. Батон нарезной. Так, цена, ребята, пока такая же. Пока вроде еще как не подорожало. Я купил 3 батона. Цена за один батон составляет 9 рублей 90 копеечек. Вот, раз батончик, 2 батончика и вот 3 батончика. Убираем их в пакетик, чтобы они больше нам не мешались. Так, вот, убрали. Так, дальше, что у нас там идет? Ветчина из курицы в батоне 400 граммов, царитинская. Я купил 3 батона. Вот, раз батон, 2 батончика и вот 3 батончика. Цена за один батончик составляет 72 рубля 97 копеечек. Убираем их сразу же в пакетик, чтобы они нам больше не мешались. Так, дальше. Носки мужские, черные, размер 29. Идет на ногу 43-44 размер. Я купил 2 пары. Цена за одну пару составляет таких вот носков 19 рублей 90 копеечек. И кефир каждый день. 3,2% жирности. Я купил 3 пакета. Цена за один пакет составляет 38 рублей 69 копеечек. Вот, 3 пакетика. Давайте их сразу уберем в пакетик. Это мне на вечер. Это я все выпью. Ой, все такое холодное. Ну, на этом все, ребята. Итого я сегодня в гипермаркете Ашан 14 января 2017 года в 15 часов 35 минут потратил 625 рублей 90 копеечек. Наличными я дал 1000 рублей ровно. Сдачу мне дали 374 рубля 10 копеечек. Ну а на этом все. Я с вами не прощаюсь, а говорю вам всего доброго. И до новых и скорых встреч. Пока!